Видеоконвертер Movavi позволяет конвертировать видеофайлы для более 200 различных устройств, мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, коммуникаторов и других. Подготовка к конвертации очень простая и занимает всего пару минут. Шаг первый. Добавьте видеофайл. Нажмите кнопку «Файл» и выберите нужное вам видео. Если исходный файл записан на DVD, нажмите кнопку «DVD». Шаг второй. Выберите нужный вам профиль. Откройте список профилей и выберите профили для устройств. Вы можете выбирать профили из списка, а можете ввести название желаемого устройства в поле ввода и выбрать соответствующий профиль из предложенных. Шаг третий. Выберите другие действия. Отметьте галочкой «Добавить в iTunes», конвертируя для устройств Apple, и нажмите «Другие действия». В открывшемся окне вы увидите список дополнительных действий. Поставьте галочку там, где необходимо. Например, если вы хотите опубликовать видео на Facebook или YouTube, отметьте эти пункты галочкой. Если вы не хотите применить никаких дополнительных действий, нажмите кнопку «Отмена». Шаг четвертый. Сохраните видеофайл. По умолчанию программа сохраняет в видеобиблиотеку Movavi. Нажмите кнопку «Обзор», если вы хотите выбрать другую папку. Шаг пятый. Запустите конвертацию видео. Нажмите кнопку «Старт» и подождите немного, пока программа создает файл для нужного вам устройства.